Декабрь – время подводить итоги года. Министр образования и науки Наталья Семенова встретилась с журналистами, где рассказала и об успехах, и о нерешенных вопросах. 430 миллионов рублей было вложено в ремонт областных школ. Замена окон в детских садах продолжается, и новые учреждения строятся. По словам министра, в следующем году двигать прогресс в сфере образования будет возможно за счет внушительной материальной базы регионального бюджета. На продолжение ремонтных работ в бюджете 2019 года также заложены средства. Если говорить в целом о бюджете 2019 года, то, наверное, тоже приятно сказать, что мы закладываем порядка 17 миллиардов, что составляет 28% от консолидированного бюджета Ульяновской области. Пока представители власти строят планы на будущее, преподаватели и студенты техникума питания и торговли радуются настоящему. Дело в том, что в ноябре этого года в учебное заведение поступило 10 миллионов рублей, и эти средства были вложены в покупку нового высококачественного оборудования. Кухня-лаборатория теперь оснащена индукционными плитами, пароконвекторами и шкафами шоковой заморозки. И это только из крупной техники. Прикупили всевозможные лампы для карамели и фритюрницы. Римма Ракипова, преподаватель и эксперт WorldSkills, очень рада приобретению. Ее ученикам стало намного комфортнее и интереснее учиться. Вы знаете, это было для них очень большой радостью, потому что современное оборудование очень помогает в работе повара. То есть оно достаточно быстро готовит и достаточно хорошо сохраняет все питательные вещества в блюде. Микрорайон «Искра» только ожидает образовательного пополнения. Огромная школа, так необходимая местным жителям, еще не готова. Представители родительской общественности следят за стройкой еще с момента закладки фундамента. Ждали в прошлом году открытия данной школы, жаль, не открылась она. Со стороны родительской общественности участвуем в различных совещаниях, встречаемся с правительством города Ульяновска, выходили на уровень, писали письма вплоть до президента. Сейчас строительство ведется, это видно, то есть хотя бы появилось здание. Раньше это просто был ездящий экскаватор. Директор компании-застройщик объяснил, почему объект не был сдан в 2017 году. Виной тому послужил перенос федеральных выплат на строительство. Сейчас все ремонтные работы идут по плану. В конце мая 2019 года школа будет готова. Общий строй я сдам городу ориентировочно вместе с благоустройством, ну, конец мая. Потому что внутреннюю отделку я всю закончу до мая однозначно, там уже осталось чуть-чуть. Рядом с почти достроенной школой зарождается новое учреждение. Сейчас это просто котлован с техникой, но в ближайшем будущем на его месте вырастет детский сад, рассчитанный на прием 240 детишек. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.